Человек состоит на 86% из воды. И дело в том, что если выпарить всю воду из человека, останется, ну, каждый может сопоставить свой вес и понять, что останется, собственно говоря, ничего. Это к вопросу о том, что такое вода. Если она исчезает, если она загрязняется, то равноценно страдает и любая форма жизни. Поэтому вода – это жизнь. Для меня это жизнь. Я всегда лез в воду, любил воду, буду любить. И никогда ее не боялся. И однажды, выйдя на палубу корабля прогулочного, на который меня взяли родители, я был еще очень маленький, но я уже умел говорить. Я вышел, посмотрел на Неву и сказал, воскликнул: «Какая большая лужа!» Я был поражен его величиной. И не только бывая на берегах Байкала или плавая в лодке, но и пролетая на самолете. Это огромный водоем, чрезвычайно глубокий. Это национальное достояние, которое мы обязаны, как, впрочем, и любую речушку, ручей, там, озерцо, мы должны сохранить. На самом деле мы стремительно, не замечая, особенно в больших городах, этой проблемы, мы стремительно зарастаем мусором. Начинать нужно с детей, с самих себя и с детей, потому что пакеты с мусором на берегах рек, озер и морей в том числе оставляют в первую очередь не дети, а взрослые. А дети видят это и просто-напросто копируют поведение взрослых.